Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем наши приключения в Хогвартс Наследие. Я, блин, джойстик подключил. Чё-то Nvidia Broadcast гонять стало, камеру не видит, блин, бесит меня. Хотел фон заменить, блядь, тут он не очень, он хороший. Так, X, блядь. Профессор Декан, все ваши задания выполнены. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить Инсендио. Вероятно. Да, я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, что обуздать огонь не просто. До сего момента ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточиться. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока была загоревшаяся мантия. Начнем, и помните, движение палочкой должно быть очень точным. Как я это на джойстике сделаю? Так. А. Икс. Меня догоняют! Вот падла. Блин, забыл. Забыл кнопку нажать. Но все равно разблокировал. Так, вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить Инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Чтобы использовать заклинание или предмет, вы должны сначала добавить его в свой комплект заклинаний. Попробуйте добавить Инсендио прямо сейчас. Наведите курсор на Инсендио, удерживайте РТ и нажмите кнопку, которая соответствует тому месту. Ага. Давай на репера назначим. Вот на А. Чё? Нет. Не назначается. Б. Х. Наведите курсор на инсе... Навёл. Нажмите, удерживайте РТ. Нажмите кнопку, которая соответствует тому месту, где бы вы хотели разместить заклинание. А, вот так вот. Понятно. О, седьмой уровень. Всего лишь седьмой уровень. Так, здесь где-то... Так, Инсендио — это заклинание с высоким уроном, которое необходимо... Ага. Открыть журнал заданий. Старт или селект? Селект. Так, задание. Секреты запретной секции. Я выбрал. О, пошли. Ой, какой джойстик-то, блядь. Можно я на нем испытаю свое заклинание? Да. Неплохо, продолжай в том же духе. Главное, себя не подожди. Хорошо. О, можно я урну подожгу? Как мне цель поменять? Нормально. Хорошо. Так, ладно, пошли. На джойстике это не очень хотите рулить. На этом особенно. Так, GameSir 4 Pro. Такие у него стики не очень. Не очень, так скажем, точные. Так, мне наверх, да? На мыши, конечно, поприятнее бегать. От плойки надо джойстик подключить. Но он что-то не захотел подключаться. Я говорю, какие-то траблы с этой игрой у меня, блин. Колдовская, блин, колдует только в путь.
не дают мне ничего нормально сделать. Так, ну теперь-то мы с ним куда-то пойдем, да? С фигом. С этим фигом мы куда-то пойдем. Ждать. Ждем. На полу, как обычно. А, вот и вы. Да-да, это я. Здравствуйте, сэр. Профессор Декат научила меня новому защитному заклинанию. Я уже знаю, вы сказали, вы вполне освоились с новой палочкой. Продолжайте работать с профессором Декат и другими преподавателями. Вам нужно много упражняться, чтобы... И все же не стоит больше откладывать посещение библиотеки. Итак, продолжим? Фиг! Фиг, у меня есть для вас поручение, идемте. Директор, я сгорюсь учеником. Расписание подождет столько, сколько я скажу. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Уэриком доставили, вы будете рады загладить свою вину. Жду себя в кабинете, у вас 5 минут. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор, у нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как только выполню возложенное на меня поручение. Хорошо. Так, поговорите с Себастьяном. Пойдем. Поговорим. Где лестница? Так, а как бегать? На чё? Понятно. А это что? А это ничего. На правый стик нажимаю, пока что ничего не происходит. Бастин говорил о том, что пробраться в репетную секцию может. Знает как? Раз говорил, значит знает. Вот это вот мне неудобно. Левиосо. Так, это Левиосо. Акио. Акио. А где это? Просто Шмакио. Не, погоди, где это, блин? Ой, не надо. Lumos. Lumos. Protego. Protego. Подожди, какой протега? Знаешь, что мне надо? Вот это вот... блин. Так, это мы открываем это. Ёшкин кот, блин, как объяснить-то, когда он такой раз и этот посылает, как бы... Ревелио. Вот. Ревелио, ёпта. Ревелио. Вот что я хотел бы. Ревелио. Спасибо. Спасибо, спасибо. А вот эту я как, блин, дорожку сделал. Забыл, на что я нажал. Ну, который подсвечивает, куда идти. Ищи память, капец. Просто, блин. Себастьян, вот ты где? Как раз тебя-то и хотел увидеть. Я был в трех мертвых после нападения тролля. Видел, что случилось с Руквудом и Харлоу. Виктор Руквуд обычно не удостаивается учеником своим вниманием. В чем было дело? Так-то. Так. Ума не приложу. Я его даже не знаю. Может, он перепутал меня с кем-то из учеников? Как скажешь, но буду на тебя давить. Не буду на тебя давить, но однажды тебе придется мне рассказать, о чем речь. Вероятно, я смогу помочь. Так зачем я тебе понадобился? Профессор Фиг просил меня найти кое-что в запретной секции библиотеки. Сам он не может? Его в последний момент вызвал к себе Блэк. Можно, конечно, подождать и получить от него разрешение, но... Ты хочешь проявить инициативу? Именно. Ты как-то упоминал, что самому тебе хватало ума не попадаться в запретной секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку и никому ни слова. Так, что если нас поймают?
Что если я наткнусь на библиотекаря? Мадам Пергам не любит, когда кто-то тайком покопается в ее драгоценных книгах, так что постарайся с ней не сталкиваться. У нас в прошлом уже бывали разногласия, но я знаю, что в таких случаях делать, а вот у тебя могут быть проблемы. С библиотекарем из метро? Что будет, если нас поймают в запретной секции? Нас накажут, разумеется, так что предупреждаю сразу, старайся не попадаться на глаза полтергейсту Пивзу. Стучать на таких, как мы, он любит не меньше, чем портить чужое имущество. Спасибо, Себастьян, увидимся позже. Гребаный полтергейст, блядь, стукач. Смотри-ка ты на него, блядь. Я думал, он только людей доводит. Шутит над ними. А он стукач, оказывается. О, дракон. Так. Еще раз. Это кувырок. Это прыжок. Это ничего. Это Ревелио. А да, как я подсветку делал? Смотри, страничка летает, слушай. Да блин, кат-сцена началась. See there? Видишь? Там с той двери нам и нужно попасть. Эти выскочки старосты побегут ябеничать Пергам при любом удобном случае, так что им лучше нас не видеть, ясно? Я умею быть тише, мыши, идем. Погоди-ка, я надо выучить дезиллюминационное заклинание, оно помогает попасть в места, где тебе не следует быть. Прими его, и тогда тебе... Если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, держись подальше от людей, не шуми. То есть я на самом деле стану невидимкой? Это вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. Давай. А, все, погнали. Икс. А. Икс! А! Надо еще стиком помогать. Я думал, просто на кнопки жать. Ни хрена. Так, так мне же его назначить теперь надо куда-то. Используйте дезиллюминационное заклинание, чтобы вас не могли обнаружить в запретных областях. Подожди, блин, дай картину схвачу, а. Так какой у нас... Ой. Иди сюда. Так, хорошо, подожди. Сейчас, вот так вот. Где это заклинание? Я его тут не вижу, слушай. Важные. А, вот же оно. Смотришь в книгу, видишь фигу, блин. Все, назначили. Пошли. Так мне уже превращаться надо. Я буду тише. Чего? Так, давай потихонечку. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает важная особа, это приведет к провалу задания. А, я понял. Куда идешь, чепар? Чикарпук, блядь. Я тогда по этой лестнице пойду. You, чё, блин? Well. Стелс попёр, блин, ты посмотри, а. Зачем мне это использовали? Прикольно, блин. Так, этот вот пока отвернулся, а этот туда пошел. Надеюсь, не запалит. Опа! Просочились. Хорошо. Проклятие, библиотекарь еще здесь. За шкаф, быстро! За шкаф, блин. Быстрее. За шкаф.
Проклятие! Я же говорю, что библиотека что-то не будет. Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь, ее стол за мной. Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я придумал, как ее выманить, и достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Так, зачем нужен ключ? Да блин, нахрена мне спрашивают, блин, дверь открыта. Ты отвлекаешь, я добываю ключ, все ясно. Я сказал, что проведу тебя и слово свое сдержу, поверь мне. Скажешь. Отвлекай. А че, она такая глазастая, что ли, что меня спалит прям? Гаси, ты что там взрываешь? Кто там? Это ты, Пивз? Ой, блядь. Бабусь, ты чё, блин? Батюшки мои. Фига себе, блин. Глазастая какая, ты посмотри, блин. Пробовать еще раз, естественно. Ишь ты, блин. Еще думал не запомнить. Надо было там ждать за шкафом. Я понял. Так, 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 так. А, ты чё, блин? Давай, отвлекай. Я вот тут спрячусь. Ну, бабусь. Кто там это, ты, Пивз? Да-да-да-да-да, это я, Пивз. Оп, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Искать. Ключ от библиотеки. Теперь куда мне? Где эта бабуська, блин? Вон она ходит. Шли потихонечку. А он стулья поронял, что ли? Такой грохот был, как будто там, не знаю, шкаф упал. That wasn't so difficult after all. Было проще, чем казалось. Теперь пора найти книгу. Ну да. Со второй попытки. Со второй попытки это оказалось проще простого. О, это что такое взаимодействие? А из этих чар книга выглядит полезнее, чем на самом деле. Я уже дважды это попался. Никогда не суди о книге по обложке. Понял? Понял, понял. Это замануха, чтоб тебя спалить. Никогда по обложке не суди. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показывает дополнительные цели. Я понял. Призрак, прячься. Куда прятаться-то? Чтобы заманить ничего не подозревающих врагов. Подожди. Куда улетела, блин? Страничка улетела. Ладно. Какой у меня? Блин, опять страничка улетела. Она мне мешает. Ты дурак, что ли? Как основное это заклинание, блин, использовать? Якорный бабай, блять! Как использовать основное заклинание? Черт тебя дери, блять! Дай книжку поймаю. Вот такое злое оружие на портрете. Книжку я чем поймаю? Иксом, да? Давай иди сюда, блин. Ренос 2. О! Ой.
она это... Она не повелась. И как мне теперь быть? Грёбаная книга, блин, я ее еще хотел заманить. Прекращай. Кто б тебя заманить-то? Я? О, он видал на картине, рожа злая. Блин, куда ты, падла, улетает? Да ладно, хер с ним, блин. Трудно. Ох, нифига себе, чуть не спалился. Пошли, 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 пошли. Тихо, 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 аккуратненько, идем, идем, идем. Здесь все чисто, может не прятаться. Да? Как это... заклятие это убрать обратно. Что ты ищешь? Я ищу лекарство для сестры Анны, чтобы она скорее вернулась в Хогвартс. Потому что Мерлин свидетель все. Почему ты думаешь, что найдешь лекарство запретной секции? У школьной сестры нет ничего похожего. Нет, мы обращались за помощью ко всем. Но я могу и сам во всем разобраться. Ты не забывай этим, не забивай этим голову. Давай сосредоточимся на том, что тебе надо. Можешь конкретно сказать, что это? Когда увижу, пойму. Чувствую себя какая загадочность. Ну, естественно. Так, 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 так. А что, можно не прятаться же, да? Можно же не прятаться. Ревелио. Ундук с глазами. И пойдет. Ой, мне туда куда-то. Слишком ундук с глазами. Что происходит? О. Тайны наитемнейшего искусства впечатляет. Можно это взять? Нет? Ну ладно, пошли тогда. Опа. Сколько тут всяких загадочных штучек. А здесь опять прятаться надо или что? Я понял. Я не вижу здесь красных треугольничков на мини-карте. Да нет вовсе никого. Пока что не вижу. Но зона красная. Так, это что такое? Плетенка красная какая-то. Я вот шляпу подобрал, кофт колдуна. Блин, а здесь-то реперио надо делать. Так, подожди. Реперио, реперио, реперио. Вот оно. Мы его на сюда поставим. Кто это у нас то? Себастьян Селлос, компания шастает, где не положено. Козел, блин, стукач. А хвост и вонючки, вам светит взбучка. Пивз, не смей. Я все расскажу, я все расскажу, я все расскажу. Козел, блин. Проклятый Пивз, надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Я могу тебе доверять? Постой, я не хочу, чтобы ты из-за меня у тебя была неприятность. Когда речь идет о дисциплине, у меня свой подход к преподавателям. Кроме того, мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти, удачи тебе в поисках. Куда же запропасти этот проклятый полтергейст? Да, ну спасибо. Я знаю, каким заклинанием починить эти доспехи. Да я тоже знаю, блин. Вот этим. Какого-то хера они с первого раза не починились. Но так и должно было быть. Скрипт сработал. Я не завис, там все нормально. Я уже боюсь, блядь, что там полосатый шарф цветов факультета. Что там все это залагает.
Так, а давай... Давай это, посмотрим, что у нас за шляпово. Так, инвентарь. Снаряжение. Шляпа, шляпа, шляпа. Изменить внешний вид. Шляпа, шляпа, шляпа. На мне сейчас какая шляпа-то одет? Сказочная шапка. Шляпа лесного колдуна. Подожди, а где здесь? Ладно, потом посмотрим. Ничего не выбрала. Шарф. Вот, вот здесь пишется нападение, блин, плюс 11. Хорошо подобраны. Сравнить. Одеть. Так, это как шляпу также, наверное. Как раз. Опа. Защита 8. Защита 5. Одеваем эту шляпу. Колдунскую. О! Прикол. Че, мне надо прятаться и все еще? Или уже не стоит? Блин. И круглые лестницы крутые. Я не вижу, блин, ни хрена. Конечно, следы древней магии. There must be more to this room. Здесь должен быть... That's it. Вот так! Войдите в читальню. Пошли. Ух ты! На меня сейчас опять кто-то нападет, какие-нибудь рыцари, блин. Я тебе говорю. Да куда ты побежал? Ума сошел? О, сундук какой здоровый. Небесно-голубой плащ с рисунком. Так. Так, стой, подожди. Как сразу инвентарь открыть, блин, на джойстике? На клаве-то я знаю как, а вот на джойстике не знаю. Нападение с 16. Еще в них что-то вставлять можно, видишь, как типа под... Камни или руны, или под что-то такое. Здесь, наверное, все уже переодевались, да? Интересно, куда я попаду? Давай посмотрим, куда мы попадем. Что гадать-то? Что гадать-то, да? Надо попробовать. Что тут делать надо? Ничего. нужно разбудить вон ту руну. Вон ту руну? А как ее разбудить надо? Стесняюсь спросить. Уж огнем ее добавить. Incendio. Accio. Но я использую ульте. Тихо! Не падай, можешь на самый край встать, я не знаю. Может, я не тем стреляю, блин. Дай-ка я вот. Вот, блин. Чем стрельну. Мышкой стрельну, да и все, что я буду понтоваться, блин. Страшно наготове, ничего удивительного. О-о-о-о. Хера себе. Это откуда у меня такое... Такие навыки, блядь. Опа-опа-опа. РБ. Ты куда кидаешься? Ой! Тварь!
Жди, блин! Я не понимаю, как стрелять. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно выполнить свой индикатор древней... пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. А когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Нажмите LB RB, когда видите подсказку над головой врага. Это понятно, как мне? Куда я? Как на джойстике, блядь, это... Ревелио. Стрелять, блин. Ну, то есть, вот так вот. Вот так, как стрелять, я ни хера не понимаю. Инсендио. Но это я буду вот эти, вот те чары использовать. Так, 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 так. Ну, в принципе, здесь ни хрена и нет такого. Я тут наркаться могу и ставить вот эту вот протягу. Ты понял, блин. Надо ЛТР держать и нажимать РТ. Очки, давайте вы не будете, а. Блин. Да, наводиться джойстиком, ты, конечно, кобздец. О, смотри, сундучелло. Как мне к нему приехать? Я не знаю. Я еще не знаю такого заклинания. Можем ли вот эту херню завести? Подтащить его, блин, я не могу. У меня нет такого. Подожди, может его... А, может так попробовать? Акио. Я не работает так. Блин, ты чё, мост убрался, ё-моё, прекращай. Давай обратно. Побежали, побежали, побежали! Опа! Успел, блин. Успел. Как реально сундук-то тут, блядь, взять? Должно быть, это путь вперед. Вот только куда он приведет? Куда-то да приведет, блядь. Ничего нет. Уже ничего нет. Так, это можно зажечь, да? Нет, нельзя. Ну ладно, нельзя. Блин, это, тут сейчас вот эти прыжки начнутся. Почти на месте. Как я, да, блин, догадался. Одна монетка. Здесь вещица, да? Темный шарф с узором пустыни. Так, ну-ка, темный шарф с узором пустыни. Быстро. Не понял. Инвентарь не открывается. Ладно, я тогда этим путем пойду.
Шар. Так, у меня 11. О, 15, но 8 уровень требует. Понял, хорошо. Не забыть бы про... Опять рыцари? Ты чё, стебёшься, что ли? Вот с сражениями у меня хреново получается. А? Сейчас. Давай, долби! По нему. Быстрее, пока не дошел. Ой, черт! А я... Их еще и скинуть могут все. Ёзла! Че, дурак? А на чё лечиться, блин? Ваше путешествие закончилось, блин. Блин, нифига себе, они мощные, блин, рыцари эти. Как же мне их одолеть? Может их огнем шибануть? Реально какие-то мощнявые, блин. А этот-то откуда сзади появился, блин, урод? Давай. И я понял, как он там появился. Они летают, твари. Можно ли как-то скинуть, а? Я не достаю отсюда. О, отсюда достаю. Улетел, да, козел? Шоу! Вон! Не подходи! Шоу нафиг! Сбрось его! Сбрось его в бездну! Пипец, блин, гребаные рыцари! О, еще двое! И бочек больше нету. Задолбался уже. Инсандио. Фига себе ты, блин, топориком кидаешь. Так, хорошо, блин. А как лечиться на джойстике? Еще буду знать. Лечиться я не знаю пока что как. It is a book after all. Это же книга. Ты что хотел в библиотеке найти, блин?
Вы хотели меня видеть, директриса Финцджеральд? Мисс Изидора Морганах, добро пожаловать. Профессор Руквуд, профессор Бакар, мы знаем, что вы отлично приспосабливаетесь к жизни в Хогвартсе. Это правда. Приятно слышать, особенно в свете вашей необычной ситуации. Я про зачисление сразу на пятый курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс на пятый курс. Больше мне ни разу не доводилось слышать о таких, как мы с вами. Мисс Морганак, когда вы разговаривали вчера после урока, вы спросили про красивые клубящиеся следы, которые увидели много лет назад, когда мы посещали вашу деревушку. Я сразу же узнала вас всех, даже не знаю, как вас отблагодарить. Мы были рады помочь. И да, в тот день я действительно видел повсюду вихреобразные следы древней магии. Мой отец настаивает, что это было лишь мое воображение, но для меня это было реальным. Воображение тут ни при чем. Персвилли, профессор Рэкхэм тоже может их видеть, но мы никогда не встречали кого-то другого. Я не понимаю, что это. Шепот или следы, которые появляются когда-то, применяют собственную форму древней магии. Особенно. Древняя магия? Немногие способны владеть ей. Хогвартс сам по себе является оплотом древней магии. Получается, если я вижу следы древней магии, значит, или это я что могу управлять ей? Если пройдете надлежащее обучение, то давайте не будем забегать вперед, мисс Морганак. Прежде чем я обучу вас применять подобную магию, вы должны сначала освоить ее, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если попадет не в те руки. Ее должны владеть лишь избранные. Поэтому мы просим вас никому не рассказывать о том, что мы обсуждали сегодня здесь. Себастьян. Себастьян. Опять вы шныряете по запретной секции. Я надеялась, что эти выходные прекратят, выходки прекратятся, но очевидно оставлять вас после уроков. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Впрочем, Пивз говорил, что вы пришли сюда не один. Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы скажете, кто. Вы уже умный мальчик, зачем вам неприятности? There was nobody else. Со мной никого не было, я пришел один. Oh, Sebastian. Ох, Себастьян, что скажет ваш дядя? Какой противный Пивз, блядь, ты видел его рожу, блядь, противную? Очень противная рожа у него. А чё так мало, блин, дали экспириенса, блядь? Чё, куда идти-то, блядь? О. Синий ночной колпак. Спасибо, я пока что не собираюсь спать. Еще что-нибудь есть? Ась? Ревелио. Вечно забываю, блядь. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирается в запретную секцию, а Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевные. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. А можно здесь пошариться вообще? Ревелио. Или мне надо уже уходить, а то меня запалят и все. Мне кажется, тут нужно найти много интересного. Эх, фиг знает. Глобусы мне не интересны уж точно. Там сундук стоит где-то за шкафом. Это было. О, пламя зажег. Вот тоже хорошо. Слышь, колокольчик. Дзинь? Дзинь? Ревелио. Дзинь. Ревелио. Ревелио. Так. Как туда попасть?
Как же туда попасть, а? Туда никак не попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нет, попасть. Ну как попасть? Что тут у нас? Ослабленный шарф с символом факультета. Ослабленный шарф. Его продать можно стопудово, блин. А! Мы ж сюда ходили, это запретная секция. Ладно, пойдем отсюда. Ей уже пофигу, что тут кто-то ходит, блин. Понимаешь? Ей пофигу уже. Абсолютно пофигу. Прикольно, эти живые картины такие. Даже музыка звучит. Она оригинально. Стоять. Игра, блин. Ладно, дорогие друзья, игра просто вылетела. Так что давайте на этом закончим. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.